девушки. Итак, Дэвис Кортни, Марко Гармен, европейская команда, 1-2 Грузии, Полли Дженсен и Дезри Брайант. Передача эстафеты. USA Team 2 having a brilliant start there. Fantastic changeover between Dezri Bryant and Caitlin Smith. На третьем этапе у команды Соединенных Штатов Америки по номерам 2 Марлаки Акинасун и Киара Маркер. У команды по номерам 1 из Соединенных Штатов Америки пока догоняют. Догоняют спортсменки из команды Европы. So Team USA, Team 2 in the lead here on the final leg. Ashley Henderson bringing home the medal. Fantastic battle between Team USA 1 and Europe in the second place. Тысяча Байкла у нас развернулась на вторую позицию, но все-таки Well, USA taking one and two ahead of Team Europe. And it was the USA Team 2 who came home an impressive time of 43.36 ahead of their teammates in 43.66. So maximum points there for Team USA. Europe having to settle for third and fourth. Показано в третьей попытке 64 сантиметра. Четвертый в этом секторе оказался на защите. Rate from Slovenia representing Team Europe with a no throw in round 4, so she remains in 6th place. Next to throw, Ariana Ince from Team USA. В следующем секторе мы увидим Ариану Инс, представитель команды Соединенных Штатов Америки. Ее лучший результат был доказан в первой попытке 58 метров и 84 сантиметра. И вновь белый флаг мы видим. Попытка также окажется у нее засчитана.